На Руси испокон веков считалось доброй традицией устраивать народные гуляния. В детском саду «Рябинка» города Верхнеуральска с момента открытия садика стала традицией устраивать ярмарки, где дети всегда возвращались не с пустыми руками, а обязательно с гостинцами и, конечно, с хорошим настроением. Педагоги Наталья Якунова и Надежда Санникова погрузились в атмосферу русского народного гуляния с его обычаями и традициями. На праздник были приглашены ребята из старшей группы и малыши, которые стали благодарными зрителями. В ярмарке приняли участие не только дети-педагоги, но и родители в лице активной мамы Анны Ходоревой, которая порадовала детей вкусным караваем. А мы сеяли, сеяли лен, а мы сели пригодом. Осенняя ярмарка прошла очень весело, оживленно, с азартом и позитивными эмоциями.